полицию Артема поступило заявление местного жителя о том, что малознакомый гражданин путем обмана завладел его денежными средствами в размере около 3 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего жителя Хабаровска. Установлено, что задержанный познакомился с заявителем дальневосточной столицы. В ходе разговора хабаровчанин представился успешным предпринимателем и предложил свои услуги по доставке автомобилей из-за границы. В течение 3 месяца житель Артема неоднократно передавал лжепредпринимателю деньги, предназначенные для покупки автомобиля. Получив 2 миллиона 970 тысяч рублей, злоумышленник перестал выходить на связь. Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу. Сейчас устанавливается причастность гражданина к другим преступлениям. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.